Привет! Снова мы под черешней и продолжаем вторично использовать ресурсы. У нас уже очень много лет валяется много старых тяпок. Это даже вот эти тяпки это самодельные. Кто-то из дедов это делал. Мы их не используем, потому что они очень тяжелые, то есть неудобно ими пользоваться. И большие сами тяпки. А так, в принципе, если его сделать более удобное, то можно будет использовать. Ну, что я сейчас сделаю? Здесь, в этой тяпке, самое ценное, это вот этот металл. Сам металл. Он нарезан на заводе, скорее всего, что это был СП-28, либо какой-то еще твердый сплав, который очень хорошо ведет себя при работе с землей, с камнем. И сейчас я его болгаркой срежу, уменьшу в размерах. Либо использую другой металл, либо у меня рельс есть, рельс раскую. И сделаю нормальные тяпки, нормальные легкие тяпки, которыми удобно будет работать. Эта тяпка тоже, она металл тонкий у нее. Но само основание, тут прут практически 16-й. Так сделано, интересно. Ну, не поймешь как, короче. То же самое, я подумаю, что с ней можно сделать. И надо еще сделать тяпку одну. Для грядок она клиновидная вот такая вот. Тоже сделаем из этих тяпок. Ну вот, одну спилил, уже кусок металла есть у нас для творчества. Это оставим, то есть эту часть будет использоваться. Прут здесь нормальный, 12 мм, даже, наверное, десятка. Этот будет использоваться. А с этим уже обработаем, посмотрим. Вот даже эту буду использовать. Ну, приступим ко второй. Вот одно из применений, я сделаю вот покупная, она с дерьма сделана, из стали 3, скорее всего, с какой-то. То есть она гнется, не точится и не закаляется. Но держак очень хороший. И мы его отрежем и с этой тяпочки сделаем вот такую маленькую. Женщины показали, какие углы нужны, я вырежу и приварю. То есть тут вес не будет сильно влиять. И будет нормально. Вот одно из применений. Этого куска, этой тяпочки хватит на таких 3 штуки. Ну и вот что получилось. Я его заточил, подкалил. Так приварили ее. Когда калил, она получается немножко поворонилась. Сейчас отдадим в эксплуатацию, посмотрим, что получится. Отзывы. Ну что, нормально? Если понравилось видео, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, смотрите другие видео из серии «Вторичное использование ресурсов». До новых встреч под черешней, меня зовут Михаил Павленко, пока. Не забудьте зайти на наш блог «Дело на выходные».